بسم الله الرحمن الرحيم. Я смотрел, я читал эту книгу «Неохариджиты». Там он говорит, они пришли, они, их войско пришло куда-то, истребило вот столько-то мусульман и так далее. И он там внизу пишет ссылки. Я всегда хотел проверить эти ссылки. Проверить. «Ронван уль-Маджд» называется книга. «Ронван уль-Маджд» би тарих иль-Наджд. Значит, вот эта книга, которую он там, на которую он ссылается, эта книга в 3-4 экземплярах хранится, вот эта библиотека. Она имеется в разных типографиях. В этой библиотеке, в центре Медины, вот при мечетской библиотеке, там находится вот эта книга. «Унвануль Маджд». В этой книге я пролистал его, изучал. Раньше нам говорили, а вы верите английским шпионам? И кафиру верите, и мусульманам решение выносите. Сейчас тоже говорят так. Сейчас тоже говорят, давай не поверим кафиру тоже. Не поверим кафиру, хотя мы кафиру тоже верили второстепенным образом, потому что мусульманин муфти Мекки Ахмад бин Узани Дахлан писал это. Мы его первые слова, словами его верили мы, а потом уже приводили и это тоже, как второстепенный факт. Но если даже вот так не принимать, давай Ахмад бин Узани Дахлан кафир говорили они. Он тоже кафир, его словам не верят. Муфти Мекки кафир, оказывается, был. Значит, Ахмад бин Узани Дахлан — это человек, большой алим, который написал даже толкование книги имама Газали. Имам Газали — это 500-х годах, который был большой ученый. Ему даже вот толкование есть, у меня вот двухтомовая книга есть у него. И там есть, перечисляются книги, которые он написал в различных науках. Человек может стать специалистом какой-то области. Этот человек написал в разных областях книги. Когда ты пишешь книгу про какую-то тему, это о чем говорит? Это говорит о том, что ты развитый человек в этой теме. А он пишет по различным тематикам книги Изани Дахлан, прежний ученый. Его они кафиром назвали, а, давай ха. Его тоже, ему тоже не поверили. Но когда человек говорит, я это сделал. Зина, если, допустим, зина будет, 4 свидетеля нужно, которые это видели и подтвердят, достоверные свидетели, даже. Другое дело, когда человек сам приходит и говорит, что он сделал зина, там свидетели не нужны. Его слова принимаются относительно в адрес самого себя. Даже все же это знают. Когда кто-то говорит, я что-то украл, я кого-то убил, это принимает шариат, то, что он говорит. И ему не говорят, свидетели есть, потому что ты это сделал. Не нужны свидетели. Так вот, вот эта книга «Унвану Маджд», это книга, в которой они говорят, мы сделали это. В таком-то году какой-то принц наш пошел в Ирак с набегом, значит, разгромил этот зиярат Хусейна, убил там всех, которые были там людей, мушриков, и, значит, забрал у них вот это, разграбил эту гробницу, говорит. Там в этой книге «Унвану Маджд» написано это. И мы ни на кого не наговариваем. Я другую книгу видел там, книга, посвященная Абдул-Азизу. Там тоже было написано, он говорит, пошел набег, сделал вот так, говорит, обокрал этот, убил там всех и обокрал эту гробницу, там, которые были вот эти вещи. Дальше, вот читаешь книгу, наступил такой-то год, следующий год. В этом году он пошел со своим войском мусульман, я не знаю, это, наверное, означает, что другие мушрики были, напал на Рияз, там убил 7 человек. Он пошел с войском мусульман, напал куда-то. Там убил сколько-то человек. Он пошел со своим войском куда-то напал, там убил несколько, вот, 18 человек. Все эти военные действия происходили в Аравийском полуострове. Ведь они? Все вот эти действия происходили там. И говорят, вот мы, вот наш вот такой красавчик, молодец, он пошел туда и убил там несколько вот таких человек. Ва. Теперь что нужно еще? Как один мне сказал в этом в интернете, я говорю, вот так же там написано, в их же книге там написано, они хвалят этого автора. Написано, о, это хорошая история, говорит, был точные вещи, говорит, пишет он. Правильно пишет, говорит там и так далее. Этот человек говорит, ну, конечно, убивали, там же все мушрики были, говорит. Все в Аравийском полуострове. Я говорю, в хадисе пророка Саласам говорится,
Всевышний, этот, Иблис уже отчаялся, что в Аравийском полуострове будут поклоняться, кроме как Аллаху, чему-либо другому. Пророк говорит, не будут поклоняться они. А он сказал, будут. Это ж кто прав из них? Он говорит, пророк. Ну, значит, неправильно то, что они убивали? Молчит. Ну, неправильно же, пророк говорит что-то, чему-то, да, этот говорит чему-то, нет. Кто из них прав? Ушел. Поэтому, вот, явным образом, вот эта книга находится там. В центре Медины, да? В центре Медины, вот, возле девятых ворот, мечети есть девятые ворота, я помню, потому что постоянно заходил из этих ворот туда внутрь. Девятые ворота, любого человека спросите, где библиотека Мактаба Масджида Набави? Они скажут, вот туда иди. И любое свободное посещение можешь подниматься. Больше уже доходит, да? Да, да. Электронные тоже есть там, и эти тоже есть. Все книги есть.